субботу, 30 марта, хоккейный клуб «Саровинвест» проведет очередной матч за третье место чемпионата области. Наша команда примет в Ледовом дворце хоккейный клуб «Уран» из Дзержинска. Начало встречи в 13 часов. Билеты в кассе Ледового дворца. Приходите поболеть за саровскую любительскую команду. Игрокам нужна ваша поддержка. Для лиц старше 12 лет.